Ты другой. Скоро это начнет пугать людей. Да, здесь. Думаешь, если перестанешь отвечать, они тебя полюбят? Перестанут тыкать, называть уродом. Жертва ты или нет, решать тебе. Ваш сын удивительный молодой человек. Возможно, у него больше общего с Эйнштейном, Моцартом и Пикассо, чем с нами. Ярко выраженные аналитические способности. Обсессивно-компульсивное расстройство. Может ли он жить нормальной жизнью? Смотря что считать нормой. Мы даже не представляем границ его возможностей. Допустим, ты глава картеля Синалоа. Кому бы ты доверил поиск пропавших денег? Кто может разобраться в куче отчетности и при этом остаться в живых? Представляешь, какие секреты ему доступны? Кто ты такой? Может ли наш сын жить нормальной жизнью? Смотря что считать нормой.